Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как пыталась повторно набрать форму после болезни перед чемпионатом России в Челябинске. «Были сложности. Я потеряла всю физическую форму, потому что лежа в квартире 2 недели, сложно ее не потерять. Была раскоординация движений. Буквально перед чемпионатом России я входила в более-менее соревновательную форму, с которой можно выступать на соревнованиях. Я сделала максимум, который можно было выжать из этой ситуации. Мы усиленно тренировались и много делали упражнений. Но вначале было состояние. Господи, как может вообще за 2 недели настолько уйти мышечный тонус, что теряешься вообще в пространстве? Это было непросто», – рассказала Елизавета Туктамышева.